замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил с послом Сирии в Москве Риядом Хададом ситуацию в этой ближневосточной стране, в том числе борьбу с террористами и продвижение процесса политического урегулирования внутри сирийского конфликта, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на необходимость консолидации усилий в борьбе с террористическими группировками в СИИПИ при параллельном продвижении к скорейшему политическому урегулированию сирийского кризиса, отмечается в сообщении. Кроме того, стороны обсудили вопросы российско-сирийских отношений. В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащие к различным вооруженным формированиям. Наиболее активными являются боевики экстремистских группировок «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра».